найти максимально длинную последовательность А1, А2, А3 и так далее, АН, такую, то сумма любых М подряд идущих, М подряд идущих членов положительна, а сумма любых К подряд идущих отрицательна. Давайте посмотрим конкретный пример. Здесь у меня будет число m, здесь k, а здесь нужно будет писать ответ число n. Например, 2 и 3. 20 и 3. Это уже серьезная задача. Например, 4 и 7. Числа я пишу более-менее случайно. 8 и 14. 5 и 12. Что-нибудь еще хотите? Ну, давайте так. 12 и 21. 1, 2, 3, 4, 5. Уже 6 задач. 6 совершенно разных задач. Первая из них совсем простая. Самая длинная последовательность. Сумма любых двух соседних чисел положительная, а сумма любых трех подряд идущих отрицательная. Как вы считаете, насколько длинной может быть такая последовательность? Вот представьте, числа А, Б, С, Д, Е и так далее. Чтобы зная, что А плюс Б больше нуля, Б плюс С больше нуля. Ну, давайте нуля. С плюс Д больше нуля. А плюс Б плюс С что? Меньше. Меньше. Б плюс С плюс Д меньше. Скажите, пожалуйста, умеете ли вы из этих неравенств получать противоречие? Как вы считаете? Неравенств у вас 5 штук. Внимательно посмотрите. Что с ним можно сделать? Вот здесь вот у нас положительные числа, здесь отрицательные. Что можно, как можно получить противоречие из этих пяти неравенств? Не понимаете? Ребята, дайте приглядеться. Молодец, конечно, ситуацию сложите. Конечно, просто сложите. Обратите внимание, если возьмешь вот эти, то что получится, когда их сложишь? А плюс 2b плюс 2c плюс d. Согласны? А что, когда я их сложишь? А плюс 2b плюс 2c плюс d. Что? Меньше нуля. Может ли одно и то же число быть одновременно не больше и меньше? Нет. Значит, 4 числа не бывает. Значит, что мы реально доказали? То вот это число меньше 4. А 3 числа бывают? Что сумма 3 отрицательная, а при этом сумма любых двух соседних положительная. Пример. Минус 2, 3 и минус 2. Согласны? Когда берешь 2 соседних, сумма равна 1. Берешь другие 2 соседних, сумма равна 1. А сумма всех чему равна? Не слышу? Минус 1, конечно. Таким образом, вот вам минус 2 и минус 2. И мы решили первую из сегодняшних наших задач. Мы нашли значение числа n. 3. Для чисел 2 и 3 ответ это число 3. Хорошо. Теперь 20. Решение практически такое же. Как мы только что сделали. Только, смотрите, что здесь. Сумма любых 20 подряд идущих. Сумма 20 подряд идущих положительная, а сумма любых 3 рядом расположенных отрицательная. То, ребята, от вас сейчас требуется. Во-первых, суметь примерно так же рассудить, какую-то оценку сверху получить, а потом суметь придумать пример. Срабатывает очень похожее суждение. Вот представьте себе, пусть у меня сумма любых 20 подряд идущих чисел
Давайте я так напишу. Есть первый человек, второй, третий и так далее, двадцатый. Сум положительный. Второй, третий, четвертый, двадцать первый. Сумма положительная. Третий, четвертый, пятый и так далее, 22. Сумма положительная. Вот они. Если такие неравенства возникнут, то я могу сложить все эти неравенства по членам. И у меня получится сумма трех положительных чисел. Но с другой стороны, если я посмотрю на это будут какие суммы? А? Отрицательные. Значит, если бы у меня была возможность написать вот такие три неравенства, то по столбцам суммы были бы отрицательные, а по строчкам суммы были бы положительные. Господа, я только что доказал, что здесь ответ меньше, чем 22. Осталось придумать пример последовательности, в которой 21 член, чтобы сумма любых 20 подряд идущих была бы положительной, а сумма любых 3 подряд идущих была бы отрицательной. Так вот, господа, для того, чтобы это сделать, а также, чтобы решить общую задачу, я сейчас заменю задачу на чуть-чуть другую, и от этого сразу станет лучше. А именно, я задам себе вопрос. Может ли быть у меня последовательность из 21 числа, которая имеет период 20, и она же имеет период 3? Ответить на этот вопрос очень легко. Дело в том, что период 3 – это вот что такое. А, Б, С, А, Б, С, А, Б, С, А, Б, С. Я уже сколько раз написал? 4, да? 5, 6, 7. Вот они. 21 число. Господа, что такое сумма любых 3 подряд написанных отрицательно? А плюс Б плюс С меньше 0. Что такое сумма любых 20 подряд написанных положительная? Очень просто. Сумма 20 чисел – это на самом деле вот так, правильно? Ой, слушайте, а я хотел, чтобы она была периодическая с периодом 20. Последовательность периодическая с периодом 20 – это значит, что на первом и на 21 месте должно быть что? Одно и то же число. Господа, я вам написал неправильно. Надо было, чтобы А и С что? Равняли одну точку. А равно С. Тогда последовательность выглядит так. А, Б, А, А, Б, А, А, Б, А, А, Б, и так далее, да? И тогда смотрите, когда берешь числа со 2 по 21, или берешь числа с 1 по 20, то суммы тогда действительно будут равны, потому что А и С это одно и то же. Так, значит, вот верхнее неравенство можно писать так. 2А плюс Б меньше 0. Теперь подсчитываем. Если все суммы числа брать, то это будет 7А плюс 7Б плюс 7С. А на самом деле у нас одного С не хватает. Это значит будет 7А плюс 7Б плюс 6С. Ну, А и С это одно и то же, поэтому неравенство такое. 13А плюс 6Б больше 0. Теперь вопрос. Существуют ли такие числа? Проще всего умножить на 6 верхние неравенства. Получится так. 12А плюс 6Б должно быть числом отрицательным, а 13А плюс 6Б должно быть числом положительным. Бывают ли такие целые числа А и Б? Скажем, если в качестве числа А взять пятерку, так, лучше пятерку, да, здесь будет 60 плюс 6Б, а здесь будет 65. Между числами 60 и 65 ничего не засунешь. Хорошо, в качестве А возьмем, например, семерку.
тогда здесь будет 84 плюс 6b, а здесь будет 91 плюс 6b. Ну что, господа, есть предложение в качестве b взять минус 15. Давайте так напишу. b равно минус 15, тогда здесь будет минус 90 плюс 91, положительное число. А здесь будет минус 90 плюс 84, отрицательное число. А равно 7. Ну, разумеется, есть еще и, ну, в смысле, минус 15, да? Минус 15. А равно 7. Разумеется, есть и бесконечно много других пар. Но мы с вами сейчас нашли такую последовательность. Давайте я ее еще раз напишу. 7 минус 15, 7. 7 минус 15, 7. 7 минус 15, 7. 7 минус 15, 7. И так дальше до конца. В ней всего 21 число. Она периодическая и с периодом 20, и с периодом 3. И главное, удовлетворяет условия нашей задачи. Ну что ж, дальше интересно. Числа 4 и 7. Я третий раз применяю вот этот вот прием с таблицей. Что мы с вами должны сейчас выписать? Если я пишу А первое, А второе, А третье, А четвертое, сумма должна быть положительной. А вот дальше таких неравенств я напишу 7 штук. Не уверен, что мне хватит терпения полностью их выписать. Давайте я последний пока напишу. А восьмое, А девятое, А десятое, эта сумма должна быть положительной. Смотрите, в чем идея. Если смотришь на строчки, то это 7 строк, в каждой сумма положительная. Если смотришь на столбцы, то это тоже, что называется, в условии про них сказано. В каждом столбце сумма отрицательная. Потому что это 7 подряд идущих чисел. Значит, мы с вами получаем, что вот здесь ответ меньше 10. Ответ меньше 10. Значит, сейчас мы должны придумать последовательность длины 9. Ну, если верить, что ответ равен 9. В которой сумма любых 4 подряд идущих будет положительной, а сумма любых 7 подряд идущих будет какая-то отрицательная. Оказывается, что решение задачи основано строго на том же самом приеме, который сегодня уже был введен. Идея последовательности, которая имеет 2 периода сразу. Между прочим, мы сегодня даже найдем ответ на этот вопрос. Давайте я задачу сформулирую, чтобы вы понимали, о чем думаете. Самая длинная, непостоянная последовательность, повторяю, самая длинная, непостоянная последовательность, которая обладает 2 периодами сразу. Даны натуральные числа m и k. Дальше. Здесь очень важное условие. Наибольший общий делитель чисел m и k равен 1. Между прочим, в этой задаче, в исходной, у нас такого условия нет. То есть здесь числа на m и k могут быть любые, и ответ мы найдем для любых чисел. А здесь мне важно, что числа взаимопростые. Сейчас объясню, почему важно. Пока условия. Найти самую длинную, внимание, непостоянную последовательность, у которой есть сразу 2 периода. И период M, и период K. Вот такая задача. Я обещал объяснить, почему важно, что числа взаимно простые. А вот почему.
Представьте, например, что n равняется 12, а k равняется 21. Сейчас я вам с легкостью напишу последовательность, которая является и период 12 у нее, и период 21, но при этом она вообще бесконечно длинная. Для этого достаточно просто написать так. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и так далее до бесконечности. Понятно, почему у нее число 12 является периодом? Ну, потому что на самом деле даже 3 для нее период. Да? А уж если 3 периода, то любой кратный тоже период. Почему для нее 21 период? По той же причине, да? Ее можно продолжать направо бесконечно, да и налево сейчас можно сколько угодно продолжать. Значит, если бы у нас здесь была не единица, а какое-нибудь число больше единицы, то тогда вы, период D какой-то был бы, вы бы написали так, 1, 2, 3 и так далее, D, 1, 2, 3 и так далее, D, 1, 2, 3 и так далее, D, и так до бесконечности. Поэтому вот в этой задаче крайне важно, что числа m и k взаимно просты. А вот здесь, на самом деле, такое рассуждение с таблицей, собственно, не зависит от того, числа взаимно простые или не взаимно простые. Кстати, давно пора все-таки это рассуждение превратить в какое-то конкретное неравенство. Господа, если у меня здесь имеется число m, скажите, пожалуйста, что будет здесь? Вот здесь вот, от первого до m, здесь от второго до m плюс первого. От третьего до m плюс второго. Вот эта вот таблица, вот такое рассуждение с суммированием по строчкам и по столбцам доказывает вам следующее замечательное неравенство. Давайте я его напишу торжественно. N меньше, чем m плюс k минус 1. Это для любых чисел n меньше, чем m плюс k минус 1 для любых натуральных чисел m и k. Взаимно простые, невзаимно простые, совершенно не важно. Теперь я должен вам сказать, какой же ответ я буду доказывать. М плюс К минус 2. Давайте зафиксируем, что у нас произошло. Две задачи, да? Одна про положительные отрицательные суммы, другая про непостоянную последовательность. Мы с вами в задаче про эти самые суммы получили такое неравенство. Это замечательно. К сожалению, больше фактически мы еще ничего не сделали. Про период мы не сделали, если честно, вообще ничего. То есть я, конечно, написал ответ, но вообще никак его не обосновал, никак его не объяснил. Давайте я приведу один аргумент в пользу того самого ответа. А именно задачу для самых-самых-самых маленьких про лифт, 20-этажный дом. Лифт сделали не простой, а управляемый только одной кнопкой. При нажатии на кнопку лифт поднимался на 8 этажей, если мог. А если не мог, но мог спуститься на 13 этажей, то он спускался на 13 этажей. Так, поняли, о чем мы говорим? Вот, вопрос. Как долго мог ездить лифт в таком доме? Давайте я сейчас это нарисую. Итак, что я там сказал? Подниматься на 8 этажей, да? Значит, 9, 17, дальше нельзя подниматься. Что можно делать? Спускаться на 4 этаж. Дальше что можно делать? Подниматься на 12, подниматься на 20, спускаться куда? На 7, подниматься на 15 можно, спускаться куда? На второй, можно подняться на 10, подняться на 18. Согласитесь, пока вам кажется, что это черти что. Система не видна, правильно? И не будет видно. Пока вы не догадаетесь,
Ну, я как человек упорный, я даже так могу задачу решить. Я просто буду писать, 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 рано или поздно у меня все получится, да? Из 5 в 13. Да. На 13 уровне произойдет совершенно страшная история. Мы туда приедем, и лифт объявит, что ему нужен капитальный ремонт. Больше он своей волей никуда не пойдет никогда. С 13 этажа, да? Вот, хорошо. Так, а вот интересно, я начал с первого. Как я мог на первый этаж спуститься? Спуститься я мог с 14-го. Хорошо. А как я мог на 14 этаж попасть? По-моему, с 6-го. А на 6-й как мог попасть? С 19-го. А на 19-й как мог попасть? С 11-го. По-моему, удивительная вязь линий, правда? Что принципиально важно? Вы ничего не понимаете. Правда? Но здесь какие-то линии. Это от каждого числа на 8 поднимаемся. Правильно? До чего я сейчас дошел? До 11. На 11 я мог попасть с 3. Так, а на 3 я мог попасть? С 16. А на 16 я мог попасть? С 8. Господа, а на восьмую как? А на восьмую никак. Обратите внимание, 8-й этаж замечательный тем, что наоборот на него нельзя попасть. Я все понял. Знаете, как этот дом надо строить? Надо строить дом, там такой лифт. И с самого начала лифт помещать на 8-й этаж. Когда комиссия, которая принимает дом в эксплуатацию, придет, надо ее посадить на 8-м этаже. И заметьте, абсолютно честно, нажимая на кнопочку, она проверит по всем этажам. Проверит, что лифт работает. Лифт до всех этажей доехал, правильно? Ну, это главное, что нужно от лифта. Уметь доезжать до любого этажа. Вот, она проверит. Ну, порядок будет немножко странный. Комиссия удивится, конечно, почему ей показывают работу лифта в таком странном порядке. Ну, сочтем это национальной спецификой, да? Вот там. Вот. Ну, не обязательно. Лучше это не в России строить, не страну найти, как бы не жалко. Да? Доезжает до 13-го, комиссия успокаивается, они там в блокнотике отмечали себе, что все этажи пройдены, и все. Но после этого лифт больше уже никогда никуда не поедет. Разумно? Вот. Получается у нас такая последовательность. Лифт с 8-го этажа на 16-й, с 16-го, куда он там, на 3-й, с 3-го на, с 19-го на 6-й, с 6-го на 14-й, на 1-й, 4-й, 12-й, 20-й, 7-й, 15-й. Совершенно верно. С 7 на 15, с 15 на 2, со 2 куда? На 10, на 18, на 5, с 5 на 12. На 12. Какое отношение имеет эта задача о лифте к задаче, которую мы с вами здесь сформулировали. Самое непосредственное. Я только что доказал, что любая последовательность длины 20, если она является 8 периодической и 13 периодической, то она постоянная. Ведь что такое сдвиг на 8 единиц? Если бы у меня была последовательность из 20 членов, то на этих местах должны бы стоять одинаковые члены. Правильно? Последовательность длины 20. Если она периодическая с периодом 8, то вот на этих местах должны стоять одинаковые числа. Если она периодическая с периодом 13, на этих местах должны стоять одинаковые числа. Так вот, господа, я вам утверждаю, что если у меня числа m и k взаимно просты, то
когда я буду брать m плюс k минус 1. Вот 20 это на самом деле 8 плюс 13 минус 1. Если я буду брать m плюс k минус 1, то картинка всегда будет такая. И доказать я это могу удивительно легко. Все, что для этого требуется, рисовать дом не так, как я это сделал только что, а рисовать этажи по кругу. Конечно, любой строитель возмутится, но оказывается, что это очень даже удобно, господа. Смотрите, рисую сейчас вам. Только смотрите, 8 плюс 13, это будет сколько? 21. Я рисую правильный 21 угольник. Это не сложно, кстати. Окружность я разделил на 3 равные части. То, что получится, надо поделить на 7 равных частей. Так. Поехали. 1, 2, 3, 4. Главное мне сейчас не ошибиться и действительно досчитать до 21. Если угодно, это чердак нашего 20-этажного дома. Кто больше любит подвал, это, соответственно, подвал. Нулевой этаж, да? Нашего дома. Смотрите, что такое сдвинуться на 8 этажей вверх. Это же с первого этажа доехать до 9. Что такое еще на 8 этажей подняться? До 17. А вот теперь внимание. Вниз на 13 этажей, это на 4 этаж. Это то же самое, что вперед на 8. Считайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, оно и не удивительно, потому что 21 это 13 плюс 8. Значит, если раньше у меня было странное правило, когда можно вверх на 8, когда нельзя вверх на 8, спускайся вниз на 13. Сейчас правило стало гораздо более понятно. Все время сдвигайся по часовой стрелке на сколько? На 8. Ребята, я боюсь, что я не смогу нарисовать совсем красиво. 20 идет в 7, 7 идет в 15. Ребят, можно я даже не нарисовать? Я просто боюсь, что это некрасиво получится. Но смысл такой. У меня стала формула гораздо понятнее. Раньше было иногда прибавь 8, иногда отними 13, а сейчас формула очень простая. Все время прибавляй 8. Потому что у меня здесь на самом деле математики говорят, по модулю 21. То есть нарисованная окружность разделена на 21 равную часть. Поэтому сдвинуться по часовой стрелке на 8. Это строго то же самое, что сдвинуться против часовой стрелки на 13. Да? Значит, формула это записывается так. 8 сравнимо с минус 13 по модулю 21. И если вы посмотрите на то, что у меня получается, после 4 линии. Давайте я приведу пример такой линии для случая не 21 вершины, а для случая 6 вершин. Представьте себе 6 вершин, и мы через каждые 2. Что произошло? Зацикливайтесь, да? Произойдет там. Потому что числа 2 и 6 не взаимопростые. А числа 8 и 21 что? Взаимопростые. Каким образом это все превратить в строгое математическое рассуждение? А вот таким образом, господа, я могу вот это уже стирать. Уже так, сравните все-таки, а? Красивую окружность и вот эту. Да? Есть разница? Так вот, я сейчас должен сформулировать математическим образом, если наибольший общий делитель числа k и числа n равен единице, так, ну единице,
единственное неудобно использовать N, потому что у меня N здесь уже один раз использован в другом смысле. Давайте я возьму другую букву. Если наибольший общий делитель числа K, какую букву подскажите? R. Вот, замечательно. То числа K, 2K, 3K, LK дают разные остатки при делении на L. Поняли? Доказать это ничего не стоит. Доказать это ничего не стоит. Так, в нашей задаче чему равно L? 21. Чему равно K? 8. Ребят, это просто отвратительно. В самом деле, представьте себе, что какие-то здесь два числа дали один и тот же остаток. Представьте себе, что kx и ky дали одинаковый остаток по модулю. Записывается это вот такой формулой. Kx сравнимо с ky по модулю, да? Давайте поймем, почему это невозможно. Да вот почему. Если у меня остатки одинаковые, то разность этих чисел должна делиться на y. Но чему равна разность этих чисел? K умножить на x минус y. Но число k взаимно просто с числом y. Поэтому k здесь сюда ни при чем. Значит, x минус y должно делиться на y. Что значит x минус y делится на y? Если заметьте, пожалуйста, у меня самое маленькое значение для x это единица, а самое большое значение для y это у меня y. Разность этих чисел, она меньше L, потому что числа x и y, они на отрезке от 1 до L. Разность их меньше L, поэтому никак не может делиться на L. Все, теорему эту доказали. Таким образом, я доказал следующую штуку. Такая звездочная ломка. Если наибольший общий делитель равен единице, она действительно проходит по всем вершинам. И смотрите, пожалуйста, почему там были 8 и 13 особые точки? Да очень просто, потому что они соединены с чем? А? С числом 21, согласны? 13 плюс 8 это 21, 21 плюс 8 это выражается числом 8. Таким образом, если мы решили не строить в здании ни чердак с номером 21, ни подвал с номером 21, то мы же фактически выбросили эту вершину. И тогда, естественно, у меня эта картинка, то есть, понимаете, у меня такая была веревочка сложенная, да? То есть здесь вот есть это ломаное, можно же, если представить себе, что это все сделано из веревки, то это такая длинная-длинная веревочка. Так вот мы ее в одном месте разрезали. Ну, понятно, она превратилась не в замкнутую, а в веревочку с двумя концами. Теперь вопрос, почему, если возьмешь еще на единицу последовательность короче, почему можно будет взять непостоянную периодическую последовательность с периодами такими? Да очень просто. Потому что если возьмешь веревочку длины 20, ее в каком-то месте перережешь. Ну, понятно. Правда? Перережется она. Если мы берем 20 этаж, уничтожаем, что у нас происходит? У нас, ну так сказать, была последовательность до числа 20 и была последовательность после числа 20. Идею все поняли? Вот. Хорошо. Хорошо. Ответ получился m плюс k минус 2. Так? Все, молодцы. Теперь нам нужно все-таки дорешать самую первую задачу, с которой мы начали. Максимальную длину такой последовательности. Если мы уже знаем, что ответ будет меньше 10, надо понять, почему же нам на самом деле равен 9. Я сразу напишу сюда 9. И сейчас объясню, почему ответ будет такой. Я выпишу вам самую длинную последовательность из 9 членов, у которой и число 4, и число 7 будут являться периодами. Итак, первый член, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. И мы с вами напишем некоторые неравенства, и все станет хорошо. Пусть у меня первое число равно 10.
Чтобы период был 4, надо, чтобы 5 было таким же, 9 было таким же. Согласны? Чтобы число 7 было периодом, надо, чтобы 2 и 9 совпадали. Чтобы число 7 было периодом, надо, чтобы 1 и 8 совпадали. Чтобы число 4 было периодом, надо, чтобы 2 и 6 совпадали. Чтобы число 4 было периодом, надо, чтобы 8 и 4 совпадали. Отлично. А вот сюда я пишу Y. Интересный вопрос. Поняли, что я сказал сейчас или нет? И откуда это взялось? Это взялось из 11 угольников, господа. Если мы берем 11 угольник, то в нем такая ломаная, которая через каждые 4. В 11 угольнике она пройдет везде. Потом мы вырезаем число 11 и вырезаем число 10. И она распадается на две веревочки. Чуть поняли? Вот. Хорошо? А теперь пишем неравенство. Что значит сумма любых 4 подряд идущих положительная? 3х плюс y больше 0. Что значит сумма любых 7 подряд идущих отрицательная? 5х плюс 2y должно быть меньше 0. Вот мы с вами должны решить вот такую, ну, не решить, а придумать решение для такой системы. Это совсем не сложно. Для этого достаточно на 2 умножить. Получится 6х плюс 2y больше 0. 5х плюс 2y меньше 0. Так, ну давайте возьмем какое-нибудь интересное число x. Например, в качестве x я предлагаю взять 3. Тогда у меня будет так. 18 плюс 2y больше 0. Это что по-человечески означает? Y больше, чем минус 9. А здесь на 15 плюс 2y меньше 0. Это значит, что y меньше, чем минус 7. Давайте-ка в качестве y возьмем минус 8. Вот. Идею поняли? Можно ли это рассуждение обобщить? Да запросто. Господа, если мы с вами уже решили для взаимно простых, внимание, для взаимно простых, это важно, если мы с вами для взаимно простых чисел уже решили нашу задачу про наибольшую длину непостоянной и m, и k периодической последовательности, то мы же таким образом можем рассуждать и в общем случае тоже. То есть что мы делаем? Берем последовательность длины m плюс k минус 2. Согласны? Смотрим, она же у нас m периодическая. В чем идея того, что она m периодическая? Связано 4 числа и 4 числа. Но за счет того, что она периодическая, считать сумму этих, это одно и то же. И у нас получится неравенство вот такого вида для нашей самой числа x и y. И у нас получится неравенство такого вида. Давайте я это напишу в общем случае. А1, А2, А3 и так далее. АМ плюс К минус 2. Я написал там какую-то последовательность. Вот что-то я такое, да? Зевсов и Y. Пишу те два неравенства. Вида 3х плюс y больше 0, 5х плюс 2y меньше 0. Запишется это следующим образом. Сколько-то там х-ов, альфа х, плюс m минус альфа y, да, должно быть больше 0. Альфа – это какое-то натуральное число, оно меньше m. В общем случае, с произвольными взаимно простыми m и k, ситуация написана вот здесь. То есть альфа и бета – это какие-то натуральные числа. Альфа меньше, чем m, бета меньше, чем k. Нормально? Неравенство переписывается вот в таком виде. Если эти числа разные, то, безусловно, оно имеет решение. Не будет решения в единственном случае, когда вот такое равенство. Но это равенство можно просто по сути пропорции переписать. И у нас окончательно получится альфа k равняется бета m.
Если М и К взаимно простые, то это не бывает. Значит, альфа должно делиться на М. Но у нас альфа было меньше, чем М, и поэтому на М делиться никак не нужно. Отлично. То есть мы с вами окончательно решили вот эту вот нашу задачу про отрицательные и положительные числа для взаимно простых чисел К и М. В частности, между прочим, мы ее решили для чисел 5 и 12. Какой получился ответ для 5 и 12? Какая самая длинная последовательность? Меньше 16, это вы, конечно, молодец. А правильный ответ? 15. Поскольку я боюсь, что кто-то меня так еще и не понял, то разрешите мне повторить, как же строится эта последовательность. Последовательность длины 12, которой даже не длины 12, можно даже 15 месяцев так жить. Представляете, да? За каждые 5 подряд идущих месяцев подсчитываешь, у тебя все хорошо. За любые 12 подряд идущих месяцев подсчитываешь, ты банкрот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Господа, еще раз. В чем состоит решение? Ищем 5 периодическую и заодно 12 периодическую, но не постоянную последовательность. Пишу сюда. X на 6 место, x на 11 место, x, да? Это я прибавляю пятерку. Теперь она должна быть 12 периодическая. Поэтому x и на 13 место тоже x. 5 вычитаю, это будет 8 место. 5 вычитаю, это будет 3 место. К 3 прибавляю 12, это будет 15 место. Вычитаю, это будет 10 место. 5 прибавляю 12, это уже неинтересно. Господа, еще что-нибудь надо? Y на 2 месте, Y на 7, Y на 4, Y на 9, Y на 12, Y на 14. Так, поехали проверять. 1 и 6 одно и то же. 2 и 7, 3 и 8, 4 и 9, 5 и 10, 6 и 11, 7 и 12, 8 и 13. 9, 14, 10. Отлично. Период 5 есть. Смотрим. Период 12. 1 и 13, отлично. Это иксы. 2 и 14, игреки. 3 и 15. Все. Эта последовательность не постоянная, но и число 5, и число 12 являются ее периодами. Какие неравенства? Очень просто. 3х плюс 2у. Это 5 подряд идущих членов должно быть положительно. Про 12 чисел. Так, подсчитываю, сколько тут игреков. Раз, два, три, четыре, пять игреков. Значит, 7х плюс 5у – это отрицательное число. Ребята, мы сейчас реально такую последовательность выпишем. В первом я домножил на 5 – 15, здесь домножил на 2 – да, отлично. Так, поняли смысл? Мне нужно найти такое число x, что между числами 14x и 15x встретится какое-нибудь число, делящееся на 10. 56, это если 4, и 60 не годится. Дальше пятерку беру, здесь будет 70, здесь 75, тоже не годится. Шестерку беру, 84 и 90, не годится. У меня будет 98, y равно минус 10. Господа, проверяйте. 105 минус 100 больше нуля, а 98 минус 100 меньше нуля. Отлично. Смотрите, как она устроена. 7 минус 10, 7 минус 10, 7, 7 минус 10, ну и так далее. Длины 15 мы с вами нашли такую последовательность. Ну что, вы уже понимаете, к чему пора переходить? К случаю каких чисел? Когда у чисел имеется общий делитель. Мы с вами уже поняли, что там возникает большая проблема. Там возникает вот такое вот уравнение. Таким образом, наивная идея, что всегда будет ответ m плюс k минус 2, не срабатывает. m плюс k
минус наибольший общий делитель m и k и минус единица. Вот он. Если так внимательно посмотреть, то, что называется, все станет понятно. Давайте я сначала покажу на двух примерах для чисел 8 и 14. Что значит 8 и 14? Пишу. 8 плюс 14. Наибольший общий делитель 8 и 14 это двойка. Минус 2 и минус 1. Значит, моя цель доказать, что самая длинная последовательность 19. 22 минус 19. Значит, начать надо с того, что предположим, что существует последовательность длинная 20. И поймем, почему же возникнет противоречие. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Предположим, что существует последовательность длинная 20. Сумма любых 8 подряд идущих членов, которые положительно, а сумма любых 14 подряд идущих членов, которые какая? Отрицательно. Ребят, я сейчас сделаю очень простую операцию. Я объединю числа пол. Просто возьму и объединю. И скажу, что если в такой последовательности посчитаешь сумму 4 подряд идущих чисел, то вообще-то она будет равна сумме 8 подряд идущих чисел исходной последовательности. Согласны? А если в такой штуке посчитаешь сумму 7 подряд идущих, то для исходной это будет что? Сколько это будет для исходной? 7 на 2? 14. Ну, значит, вот у такой вот объединенной последовательности, где член – это сумма вот этих вот двух членов, у нас сумма любых 4 будет обязательно положительная, а сумма любых 7 подряд идущих будет обязательно какая? Отрицательная. Но мы же с вами решили задачу по 4 и 7. И там ответ вовсе не равнялся 10. Там ответ равнялся чему? 9. Так вот, ребята, это абсолютно общее суждение. Если вам дают любую последовательность длины, вот не такой, а на единицу больше, то есть формула понятна, да? M плюс K минус наибольший общий делитель M и K, то вы можете сделать очень простую вещь. Обозначить D, наибольший общий делитель M и K, и числа по D штук сгруппировать. Понимаете дело? И тогда у вас для новых чисел, давайте я это аккуратно напишу в общем виде. Представьте себе, что у вас m это d умножить на какое-то число. K это d умножить на какое-то другое число. При этом, естественно, наибольший общий делитель вот этих двух чисел равен единице. Да? Вы объединяете по d штук. И вы получаете такую штуку. D, 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 D. И чисел в такой последовательности будет понятно сколько. Их будет M плюс K минус D делить на D. То есть их будет, господа, M большой плюс K большой минус одна штука. Но вы помните, что мы доказывали неравенство, что последовательность длины строго меньше. Правильно? Ответ был M большой плюс K большой минус 2. А столько не могу быть. Таким образом, я только что доказал, что в этом месте стоит вот такое место. Я доказал, мне нравится, что там меньше или равно, что эту минус единицу отбросить нельзя. Сейчас нужно чуть-чуть поднапрячься и придумать последовательность, что называется, правильно. Для этого мне нужна ваша помощь. Последовательность из 9 членов
У кого не осталось записано, продиктуйте мне ее, пожалуйста. X равно 3, y равно минус 8. X равно 3, да. Y равно минус 8. Да. Ну и там же была золотая последовательность. Да. X, X, туда. Y. 3, 3, минус 8. 3, 3, минус 8. Так было? Да. Ну, да. Какой же ответ нам хочется посчитать? И мы уже, собственно, посчитали. Нам хочется, чтобы была последовательность длины 19. Ребят, надо суметь из вот этой последовательности легко построить последовательность длины 19. Кто-нибудь догадается сам? Подсказка. Никаких чисел больше искать не надо. Повторяю, чисел никаких искать не надо. Требуйте только усилий интеллекта и немножко наглости. Чисел 9 штук. Надо найти последовательность длины 19. Продлить. Ой, как плохо. Ой, плохо вам будет. Думайте, ребята, думайте. Подсказка. Решение совсем простое. Я бы сказал нагло. То, что вы их все домножите, ничего не изменится. Если вы их все в одно и то же количество раз уменьшите и увеличите, ничего в задаче не меняется. Еще раз, надо из 9 чисел сделать 19. Есть пример. Вот представьте себе, что вы пришли домой, заварили чая для своих друзей, а пришло не четверо, как вы ожидали, а пришло их, извините, 8 человек. Что будет сразу же сделано? Чай кипятить некогда. А? Вы сразу убежали и сказали, что а у нас такой обычай наливать по половине чашки. Разумно? Так, а еще какой можно народный обычай придумать? Если вам даже лень переливать из чашки в чашку. Пить из одной чашки. Правильно. А у нас народный обычай чай пьют через одного. Не поняли? Это дурацкие обычаи всем гостям давать чай, ребята. Если у нас чисел всего 9 штук, нечего каждому 0, 0, 0. Нечего дружуйствовать. Все. Вы подумайте, что такое сумма 8 подряд идущих. Поехали считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ребят, это то же самое, что сумма 4 подряд идущих раньше. Просто там еще нолики для красоты вписали, да? Ну, чтобы на большее количество нарушений. Так, скажите мне, пожалуйста, а какой ответ будет здесь? Для чисел 12 и 21. Считаем. 12 плюс 21 минус 3 минус 1. Это будет сколько? 29. Каким образом получать здесь ответ? Давайте еще раз поднимемся. Я из вас сделаю замечательных управляющих гостиницами. 0, 0, 3, 0, 0, 3. Наш национальный обычай поить чаем каждого третьего, кто заходит в наш ресторан. Ребята, национальный обычай могут быть любые. Вы поняли смысл? 0, 0. Так, я уже написал 4 числа, да? Вот, запятая, дальше опять. 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, минус 8. Так, это уже сколько чисел написано? 8. 24, да? Да. 24.
Значит, еще надо написать 0,03, это уже сколько? 27. Это уже 27 и еще 2 нуля. Вот и все. Это и есть те самые 29 исполненных чисел. Ну, правда же красиво? Да. Вот. То есть оказалось, что задача для чисел, которые имеют общий делитель, в общем, довольно просто сводится. Просто ценой вот такого вот добавления нулей в нужных местах.